привет! Мы сегодня приехали в зоопарк Хаокео. Это открытый зоопарк. Он находится возле города Срирача. Вот здесь людей возят на вот таких кабиночках. Мы купили билеты за 300 бат. Билеты стоили для нас 300 бат, потому что мы иностранцы. Тайцы платят, по-моему... здесь можно еще взять в аренду за 350 бат гольф-кар. Можно на своей машине заехать? Бесплатно. Да, Сара бесплатно зашла. А вон обезьяны сидят. А вообще, тайцы платят, по-моему, 100 бат или даже меньше 100 бат за вход. То есть для иностранцев, как всегда, дороже. Мы приехали в 2 часа. Зоопарк работает до 6. То есть у нас будет всего лишь 4 часа. Блин, ну реально можно близко подойти. Да, тут очень близко можно подойти. Ограждение. Сидит обезьяна. И ограждение между ней и людьми вообще. Ой. Смотри, она легла. Вообще совсем близко. Кокос хочешь? Можно вот такую машинку взять здесь. Она стоит от 350 бат, по-моему, и на ней кататься. А можно заехать на своей машине. Либо можно вообще заехать даже на мотобайке сюда. Да, здесь на самом деле бегемоты. Видишь? Вот, мы ему сейчас кинем бананы. Съест. Очень большой. Кокос, давай, лови быстрее. Кокос ему понравится. Сейчас он его стрескает. Ест кокос. Крошит. Слышно прям, как он его крошит? Да. А вон смотри, кто пришел. Ой, обезьяна. Обезьяна, мне сейчас кажется, будет доедать то, что он не доест. Да ладно, чего вы так боитесь? Да не бойся ты так. Смотри, какая она важная. Надо попасть туда. Игра. Попади в рот. Вот. Ты меткий. Да, попал. Второй. Вот, теперь этому. О, ничего себе. Они открывают рты, чтобы... Ой, чуть не попал. Ну, вот, что? Ой, открывает пасть, чтобы попасть. Это что такое? Открывайте ваши ротики, проверим кариес, если у вас кариес. Капец, у них зубы. Да, у них там что-то конец. Глаза, главное, закрыл. Во рту капец, у них много всего. Прям как будто медведь. Обезьяна нафига прыгнула? Перехват. План перехвата. Зачем она прыгнула? А представляешь, она бы под воду ушла. Ответ ломай. Пачка бананов 30 бат стоит. Сара, руки. Капец ты. На маму похож, да, Сара? А вон там еще это, смотри, куриные... Давай, Сара, только медленно, со стороны сниму. Куриные глаза. Давай, смотри. Сара, туда подойди, ты стояла. Сара. Ой, раз. На. Сеза, Теджо. Смотри, что-то он этот стесняется. Будешь кормить жирафов?
Да. Что, а видео? Жираф и жираф. Два жирафа встретились. Три! Их три! Их он не три. Будет кусать, ты ему должна отдать. Ой, какой милый. На Женю похож жираф очень сильно. Я не знаю почему. Это если у тебя же уши такие же, тебе надо просто косички такие же сделать, как у них антенки, видишь? Сара, давай. А, он что, не хочет это? О, thank you. Не бить по стеклу. Капец, он злой. Конечно, что их здесь закрыли. А вон гадит. Сара, смотри. Смотри, закапывает сразу. Конечно, их здесь закрыли. Мучают животных. Хочу, чтобы он через стекло. Ой, это кто? Иду чакану тон Майами. Африка мио Майами. Какие-то носороги у них здесь зависшие. Хотят банан. О! Сара, смотри, что он делает. Они уже ртут. Капец он. Да, милаха. Знаешь, они как бьют? Сара, Сара, отойди. Отойди, нельзя близко так. На. На, будешь? Сейчас нет. Я не могу, так смешно. Там такой рот еще огромный. Ужас, рот. Хлопает. Да. Хлопает. Папа. Подожди, Сара. Давай тому дадим. Ты чё, почему он завис? Выключился. Да, это ток. Они даже ничего не могут сделать. Забитые здесь. Лежат, забились. О, они шустрые, оказывается. Они как обезьяны. Зачем? Чтобы он не боялся машины, да? Куда-то пошел. Красноперый. Здорово. Цапля. Привет. Фламинго? Они хотят выйти, не могут. Обезьяны здесь, обезьян хотят поймать, не могут. Эй, это не тебе? Ого, не тебе. Медведь, ну ты чё? Ленивый какой. Тебе же даем. Хватай, быстрее. Обезьяна боится подходить, потому что рядом с ним банан лежит. О, нет, сейчас. Он сейчас подойдет. Один что, решил выйти? Нет, это не побег, он там живет. Эй, росомаха. Росомаха какая, оказывается. Жалко мне животных, потому что они. Вот, смотри, бревно взял. В ограниченных пространствах. Они здесь уже с ума сходят. Спину хочет себе почесать. По-моему, у него чешется. Вон, смотри.
Вау! Они, оказывается, рыбу любят. Драка, да. Они что, думают, что питоны едят мелочь? Какой-то у них есть ритуал. Сар на дереве, посмотри себе. Вон, вон сейчас вылезет. Вон сверху, вот видишь, глаза отпадут. Видишь, хочет царкнуть. Хочет схватить. Здесь можно зайти в большую клетку огромную. Ну, как котов и кроликов и собак нельзя приводить почему-то. Посмотри, ты можешь взять, положить деньги, а можешь и не положить. Да, там уже наложили нормально. Можно деньги собрать. Вау, ты может открыто повернул. А это что за бойскауты? Да, да, вау, да. Ой, лебедь, черный лебедь. А, хочешь, будешь? Ку-ку-ку-ку? Да не, надо понимать. А вот попугай зеленый красивый сидит. Два. Очень красивый. Давай, иди, подойди. Кокос будешь? Слон. На. Вау, да он его сейчас, по-моему, сожрет, слушай. А он его не может взять. Но он его, он... Капец, блин. Смотри. Смотри, сожрал. Половину сожрал. Он перекусил его вообще, как будто бы какой-то орешек. Орешек, это и есть орешек. Ну, и смотри, грызет, стоит. Да. Ну а что, он полезный, в принципе? Смотри. Он долго его жует? Вообще они же все из джунглей, как бы они не должны питаться. Ну да. А если была бы там водичка? Он его носиком изучает. Нет, он хочет... Тот жует просто. Ну, он его держит, он его не хочет отдавать. Опа! Прикол. Давай, бери. Бери. Бери, бери. Опа. Погнали. Сейчас хрустеть будет. Им кокосы нравятся есть? Жует, жует. Видишь, он не ест ничего больше. Ну, извините. Да у него вон какашки размером с кокос. Он его может выкакать спокойно. Ты же не ел еще? Держи. Ты будешь хрустеть? Ты что, не ел кокосов никогда? А, этот хрустит, смотри. О! О, что-то он не этот. А этот сейчас доест. Смотри, тот не стал есть, а этот хочет доесть за ним. О. Этому понравились кокосы. Этот вып не стал есть, а здоровячок за ним доедает. Не знал, что верблюды так любят, оказывается, огурцы. Капец он. Смотри, он как его ест. Прям с таким удовольствием. Крошит. Погладь, Жень?
Да ладно, погладь его быстрее, пока он ест. Это верблюд, гладь. Да нормально, погладь. Десерт, макароны. Лапшичка. У него грязные зубы. Вот он это с удовольствием вообще лопает. Красивый. Прям в носочках они так будут. В сапожках. Идем, да. На слона похож. Вообще не голый. Нет, правда. Папа, дай травку. Сара, но он... Ты не докинешь туда. А перелазить нельзя. Он не может даже повернуться. Сидит, он уже второй банан не может себе в щеки засунуть. Он себе засунул его просто в рот и с нами катается здесь, ездит. Смотри, я в шоке. Ты где? Он где? Здесь, да? О, смотри, полный рот у него. Сара, дай фасолинку вот этому. Сейчас дам. Фасолинку. На, фасолинку потеребишь? Да на. Вон еще один маленький стоит. Ты что, не будешь это? Капец, он напичкал себя этим бананом. Ты как он бежит. Он фасолинку хочет. Ты что, куришь что ли? Собака курит. Он собака. Я не знаю, мне кажется, у них сейчас тут план какой-то. Их ловят что ли? Стая целая. После зоопарка приехали, здесь какой-то G-парк, тоже я подозреваю, что здесь все японское и сделано все для японцев, японские магазинчики, японские кафешки, вот, в зоопарке, о, в Японии вот такие аппараты стоят, продают напитки на каждом шагу. Я сейчас буду осьминог искать в кляре. Обожаю осьминог в кляре. Да, здесь все для японцев. Все японские продукты, всякие товары японские. В зоопарке, честно говоря, мне не понравилось. Потому что животные все равно сидят в клетках. В замкнутом пространстве. Мучают их там. Сара, смотри, какая кукла. Как ты, такого же роста. Японские кафешечки. Это что-то типа такого торгового центра, но здесь все японское и на открытом небе получается. Вот это все 100% японские товары из Японии. Может быть, даже они сделаны здесь где-то, но это все для японцев сделано, для Японии. Суши-бар, и в Японии они суши считают по цвету тарелочек, то есть вот самая дешевая тарелочка 35 бат, самая дорогая 125 бат. Там нет мавры. Смотри, так. 65 бат стоит. Мы сейчас зайдем в настоящий суши-бар. Здесь вот такая лента и вот такие цены на тарелочки.